Так. Не могу. Алексей Макаров совсем обнулен. Я извиняюсь перед вами. И мы с вами проводили вебинар. Я показал всю эту красоту где? На вебинаре. А потом вдруг меня тот же самый Троценко, кто уже знаете, редактор моих книг, статей, выпросил мне, пришлите мне эту, через Яндекс.Диск, пришлите мне фильм тот. И фотографии отдельно. Я прислал. Потом захожу в Яндекс, куда заходят тысячи и миллионы, смотрю, что-то знакомая фамилия. Алексей Иванович, не обижайтесь, это не я придумал, что вы наглый такой. Вот. Читаем вместе. Макаров совсем обнаглел. То есть это уже статья. Рядом с Москвой такое выращивается. Вот. Это значит, вы мне як пишете. То есть это все уже, как сказать, это уже текст. Валерий Константинович, из нашего последнего разговора вы сказали, что люди вам не поверят. Я вас понимаю. Вот. Дело в том, что многие, кто видит мои результаты, тоже не верят даже собственным глазам. Один покупатель сказал мне, что он такого не видел даже в Греции. Вы представляете? А женщина средних лет, угощая семью черешней, спросила, а что это такое? Это наша действительность. Вот как моя младшенькая, почему самая младшенькая эта внучка, вот, назвала бананом этот самый овощ. Вот так и тут. А что это такое? А дожили. А знаете как? У нас никогда не будет черешни, пока опять мы вот эту не уберем всю эту дрянь. Я вам показывал. Книга. Черным по белому написано. В одном ярусе черешни 5-8 веток. Оставляем 3, остальные вырезаем на кольцо. Это же та самая черешня. А еще написано черешня, это самое. Как там книга-то называлась? Северная черешня, по-моему. Какая? И фотография. Черешня снята зимой на снегу. Изувечена так, что на нее смотрели жутко. И вот это все человек, который считается главный черешневод России. Не Боднар, вот, а тот, который научил черешню уничтожать. Вот откуда она может знать, что такое черешня. Если строго по этой технологии работает, как книги, ни одна черешня не выживет в средней полосе. Ни единой. Невозможно. Там же не только надо было из 8, 5, 3, 5, нет, не так, из 5-8 вырезать все, кроме 3, так там еще надо было. Вот так метр идет целый между этими. Я первый год, второй год, третий год, метр. А его тут все надо. Вот так, тик-тик-тик-тик-тик. Вот так. Так вот, Алексей Макаров, это сейчас выходит.